Всем привет! Это видео записывается специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Сейчас я вам расскажу, что же делать, если робот-пылесос Xiaomi не находит свою базу. В этом может быть первая причина. Это отодвинем и покажу. Вот зарядные поверхности, вот эти именно ихние, да, то есть нужно проверить, чтобы здесь не было никакого мусора. Они были чистые, чтобы контакты на док-станции и контакты на роботе-пылесосе, вот эти, при совпадении они давали контакт заряда. Если они будут грязными, то, соответственно, контакта заряда не будет. Далее. Причина может быть еще в том, что ваше зарядное может быть отключено. То есть, если док-станция отключена от питания, соответственно, индикатор не светится, что док-станция подключена, тогда робот-пылесос и не сможет найти свою док-станцию. Он будет ездить до последнего по всем комнатам и в итоге потом скажет, что он не может вернуться на док-станцию, так как не может ее найти. Также причиной может быть это сам датчик, да, тут же такая небольшая камера расположена для того, чтобы запоминать свою навигацию, где он там ездил, да, и находить свою док-станцию. Если в процессе уборки, соответственно, забился пылью, то он не увидит свою док-станцию и поэтому к ней и не приедет. Также есть момент того, что в процессе уборки робот-пылесос мог резко разрядиться. Это связано с тем, что когда уже долгое время вы пользуетесь роботом-пылесосом, к примеру, да, и вы знали, что могла быть такая ситуация с аккумуляторной батареей, которую нужно было бы уже там время заменять, и он там у вас стал чаще разряжаться, перестало хватать аккумулятора на полную уборку квартиры, и тогда вот такой момент мог произойти. То есть резко он разрядился, выключился, поэтому он и не нашел свою док-станцию, не смог не прийти. А также может быть проблема, это также вот в камере там, да, потому что либо в камере, либо на док-станции. Здесь же есть инфракрасный порт, который, соответственно, подает сигнал на робот-пылесос для того, чтобы робот-пылесос знал, куда ехать. Так что могла быть проблема в док-станции. Данный инфракрасный порт мог выйти из строя, и, соответственно, пылесос и не видит свою док-станцию, чтобы на нее вернуться. Ну, либо же не сам инфракрасный порт, допустим, а вся док-станция могла выйти из строя, то есть какие-то проблемы внутренние по части электрики, наверное, да, скажем так, либо там, допустим, проблема могла быть с кабелем, к примеру, там даже самое элементарное, да, вот, сейчас я вытащу, покажу, он тут вставляется, вот. То есть могут быть проблемы с контактами, к примеру, да, плохой контакт, из-за этого питание не поступает, а если питание не поступает, то пылесос и не увидит свою базу и не вернется на док-станцию. Поэтому, как минимум, проверьте вот такие основные моменты для начала. Проверьте кабель, проверьте, чтобы питание было подключено к розетке, розетка работала, и у робота-пылесоса проблем не было с аккумулятором. И тогда вот эти все моменты как раз устранятся, и не будет проблем с возвратом робота-пылесоса на док-станцию. Ссылки на лучшие роботы-пылесосы Xiaomi представлены в описании. А это видео снималось специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Если оно вам было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!